На днях выдали удостоверение члена общественного совета при Гордуме. Любуюсь подписью спикера парламента Фетисова, написал блогер Игорь Ермоленко. Красиво и пафосно, добавляет автор, почти Александр Первый. У меня автограф не столь презентабельный, да еще и не всегда одинаковый. В связи с этим, заключает блогер, я ненавижу банки. А вот блогер Павел Сидоров пожаловался на незваных пернатых гостей. Как только спустился сумрак, пишет он, с улицы начал доноситься протяжный вопль, больше похожий на стон. Стало любопытно, и я вышел на фотоохоту. Возмутителем спокойствия оказалась сова. Она сидела на столпе и протяжно ныла. Как потом выяснилось, он или она призывала полового партнера. Вскоре партнер прибыл, и птички начали летать над окрестностями и орать на пару.